И вы должны делать 5 раз. Вы должны стараться двигаться по линии. Все движение было по линии. Вы двигались по линии. Линия находится посередине между вашими стопами. После того, как все сделали упражнение, то же самое будем делать два размахивания, два поворота. После этого, да, когда все сделают. Два поворота. Два поворота. Потом будет два размахивания, три поворота. Так что вперед, друзья. Это можно сделать только упражнениями в метании. Это можно сделать сильными мышцами. Боковые можно только сделать упражнениями специальными. Это обычные упражнения, но их нужно делать регулярно. Одно из таких упражнений. Ну, я не знаю, для каждого возраста разный вес. Должна быть плоскость, как плоскость вращения. Плоскость вращения размахивания должна быть больше здесь, а не вот здесь. Плоскость вращения размахивания должна быть не вот здесь, должна быть больше спины. Больше спины. Я еще раз покажу. Больше здесь размахивается, ближе к нижней точке. Поближе к нижней точке. Должно быть все площадь, горизонтальнее, понимаете? Если первое размахивание вот здесь плоскость, то второе должно быть здесь. Второе должно быть здесь. И потом вход сюда. Да, вход сюда должен быть. То есть сначала нужно молот посылать. No.
стараются крутить тело, а забывают про молот. Все стараются вращать тело, забывают про молот. Я попытаюсь, пусть, так сказать, не обсуждают, потому что я не совсем, ну как, давно не брал руки. Поэтому это не так, как я раньше летал, но я постараюсь показать. Thank you.